Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Oppo Reno 12F. И сейчас я покажу вам, как вскрыть содержимое уведомлений на экране блокировки. Итак, открываем настройки. Далее проходим в раздел уведомлений и строка состояния. И здесь у нас есть «Скрывать данные уведомлений на экране блокировки». Просто включаем, и все. На этом мы заканчиваем. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.